Hello, dear children. How are you doing? Unit Helping and Heroes, Lesson 20. The topic of today's lesson is recommending a book. То есть тема сегодняшнего урока – это рекомендовать книгу. Давайте начнем. Let's start. Recommending a book. Listen and repeat. The sentences are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Давайте послушаем и повторим эти предложения. И эти предложения взяты из диалога между друзьями, между двумя другами, да? О чем этот диалог, как вы думаете? Let's start. Everyday English 2D. Exercise 1A, page 24. How was your weekend? I'm sorry about that. What did you read? It was brilliant. What's it about? Sounds exciting. Why don't you borrow it from the school library? Okay. Ну что, повторили, да, эти предложения? Теперь давайте переведем. How was your weekend? Как прошли твои выходные? I'm sorry about that. Мне очень жаль. What did you read? Что ты прочитал? It was brilliant. Это было великолепно. What's about? What is it about? What is it about? О чем? Это sounds exciting. Звучит восхитительно. Why don't you borrow it from the school library? Почему бы тебе не одолжить это из школьной библиотеки? То есть, почему бы не взять из школьной библиотеки? Так, давайте послушаем следующий диалог. Диалог послушаем, потом переведем. И дальше задание. И ответим на вопросы. Exercise 1B, page 24. Hi, Bill. How was your weekend? Not so good. I was ill, so I stayed at home. I'm sorry about that. That's okay. I read a really good classic book. What did you read? The story of King Arthur and his knights. It was brilliant. Really? What's it about? It has a really interesting plot. It's about a boy, Arthur, who pulled a sword out of a stone and became the King of Britain. Sounds exciting. Why don't you borrow it from the school library? That's a great idea. Okay. Так, значит, прочитали, да, данный диалог. Теперь, пожалуйста, переводим вместе. Hi, Bill. Привет, Билл. How is your weekend? Как прошли твои выходные? Дальше. Not so good. Не очень хорошо. I was ill, so I stayed at home. Я был болен и оставался дома. Так. Not so. I'm sorry about that. Мне очень жаль. Не очень жаль. Так, далее. That's okay, I read a really good classic book. Ну, это нормально, все пойдет, типа. I read a really good classic book. Я прочитал реально хорошую классическую книгу. What did you read? О чем ты прочитал? What did you read? О чем ты прочитал? The story of King Arthur and his knights. It was brilliant. История о короле Артуре и о его рыцарях. Это было прекрасно. Реально, о чем это? Данная книга имеет реально интересный сюжет. Это о мальчике Артуре, который вынул меч и из камня и стал королем Британии. Звучит восхитительно, звучит захватывающе. Почему бы тебе не взять на время эту книгу из библиотеки? Ну, это хорошая идея. Так, what type of book did Bill read? Какую книгу прочитал Билл? What was the book called? Как книга называлась? Did Bill like the book? Why? Понравилась ли книга Биллу? Почему? What was the book about? О чем была книга?
На эти вопросы записываем свои ответы в тетрадях. Next time. Exercise. You read a book last weekend. Tell your partner. Use the sentences in exercise 1A to act out your dialogue. You can use the dialogue in exercise 2 as a model. То есть вы прочитали на прошлой неделе одну книгу. Расскажи об этом своему другу. Вы можете использовать модель диалога того, что мы прочитали только что, для того, чтобы составить свой диалог. Да? То есть вы можете взять совсем другую книгу, которую вы прочитали когда-нибудь там в прошлом, да, и вспомнить об этой книге и написать похожий диалог. Next tasks, то есть следующее упражнение, третье, четвертое упражнение, это есть ваших workbook, и вот это упражнение, значит, пишем, да? Replace the phrases with those from the list. То есть вам нужно поменять местами фразы, которые даются у вас по списку, да? Первое, it was brilliant. It was brilliant. Какой фразы, каким предложением можете это заменить? То есть какое предложение может быть синонимом данного предложения? It was really good. Вот, данное предложение подходит, да, по смыслу. I'm sorry about that. I'm sorry about that. Какое предложение подходит, то, что вот дается в списке. То есть вот это упражнение пишем письменно. Complete the sentence dialogue with the correct item. То есть здесь, там, где пропущено, вы вставляете эти словосочетания и предложения, да? Где что не хватает, то есть вместо многоточия пишите предложения, которые даются сверху, да? It was brilliant, really, what's about, how was your weekend, why don't you borrow it from the school library? Вот эти упражнения выполняем. The lesson is over, goodbye, have a nice day.